Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим на тему «Допрос». Я этой теме «Допрос» посвящал уже очень много и роликов, и письменных своих, и публиковал письменные статьи по этому поводу. Но вот пришло время повторить, пришло время немного по-другому посмотреть о том, как сегодня проводится допрос, и дать рекомендации. Сегодня допрос является царицей доказательств. То есть есть письменные доказательства, есть экспертизы, которые проводятся, а есть допрос. Вот сегодня мы о нем и будем говорить. Вызов на допрос – это всегда стресс для любого человека. А если это стресс, то в этом случае человек, которого вызывают на допрос, должен всегда знать, ну, фактически, на зубок, наизусть свои права и обязанности, знать, какие права и обязанности есть у того лица, который допрашивает. Если тебя пригласили на допрос, и ты понимаешь, как ты можешь себя вести, если ты понимаешь, какие права есть у лица допрашивающего, то ты в любом случае сможешь правильно ответить на вопросы, правильно прекратить этот допрос, будешь знать момент, когда ты можешь это сделать, и правильно выйти из той ситуации, в которую тебя загоняют те, которые допрашивают. Итак. Значит, мы сегодня поговорим о допросе у налоговиков и о том, как проходит допрос в органах полиции. Во-первых, любой допрос начинается с приглашения, а приглашение оформляется повесткой. Если вас приглашают в правоохранительные органы, то повестка оформляется в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, а точнее статьей 188 Уголовно-процессуального кодекса. Откройте эту статью и посмотрите, что там написано. А если вас приглашают в налоговый орган, то в этом случае вы можете посмотреть статью 90. Поэтому налоговики приняли для себя форму повестки, которая предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом. Итак, любой допрос начинается с вызова на допрос. А вызов на допрос – это, конечно, повестка. И второй вопрос, и второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, это на момент, связанный с тем, а кто имеет право вас допрашивать. Итак, если вас вызывают в правоохранительные органы, то вас могут допрашивать следователь, либо по поручению следователя, оперуполномоченный. А вот если вас вызвали в налоговый орган, то передать полномочия, связанные с допросом вас в налоговый орган, налоговый инспектор передать никому не может. То есть налоговый инспектор и может вас допрашивать. Итак, давайте рассмотрим вопросы, связанные с получением повестки. Сначала рассмотрим о том, как оформляется повестка и вручается следователю, а затем рассмотрим вопрос, связанный с тем, а как эта повестка вручается налоговым инспекторам. И, в общем-то, стоит или не стоит по этой повестке идти на допрос. Итак, повестка следователям по общему правилу. По правилу, предусмотренному статьей 188 Уголовно-процессуального кодекса, она должна вручаться под роспись. Итак, если вы получили повестку под роспись, вы обязаны явиться к следователю на допрос. Если вам нужна подготовка, чтобы прежде чем идти, ну вообще это золотое правило, не нужно идти на допрос к следователю, если, ну я бы не рекомендовал во всяком случае, если вы к этому не готовы. У вас возникнет вопрос, да, а если следователь приглашает меня на завтра? В этом случае имеется основание, когда вы можете перенести срок прихода в правоохранительный, срок посещения правоохранительных органов на более поздний срок.
Итак, вы получили повестку, и вам нет необходимости готовиться к вот этому допросу, то в этом случае вы идете в указанное время к следователю, и если вы не хотите готовиться к допросу, и вы считаете, что вы готовы посетить следователя, то в этом случае вы просто идете и даете показания. Если вы отказываетесь и не идете по повестке к следователю, то в этом случае вас могут принудительно подвергнуть приводу, на вас могут наложить денежное взыскание, или вы подпишете обязательство о явке к следователю. Если вам в случае, если вам необходимо время для подготовки, ну а оно в большинстве случаев вам необходимо, то вы можете, и если у вас есть уважительные причины не идти на допрос, то вы можете время своего допроса перенести. Уважительными причинами являются болезнь, командировка и необходимое время для поиска адвоката. О причинах своей неявки необходимо позвонить следователю. Обычно в повестке о вызове на допрос указывается телефон следователя. Вы по этому телефону звоните и договариваетесь со следователем о другой дате, когда вы можете прийти и дать те показания или прийти в качестве свидетеля и дать те показания, которые от вас требуются. Если следователь скажет «нет», приходите прямо вот сейчас или завтра, вы можете прийти и сказать, что и отразить в протоколе, что вы не можете сейчас давать показания, так как вам не было предоставлено время, необходимое для поиска адвоката. И как только адвокат мною будет найден, то есть вы прям описываете эту ситуацию, я явлюсь к вам или к конкретному следователю на допрос и дам необходимые показания. Вот мы рассмотрели первую сторону. Если, то есть когда вы получили повестку под расписку, если вы получили повестку посредством смс-ки на телефон или посредством связи WhatsApp или какой-то другой вот в электронной форме, да, то в этом случае вы вправе не ходить на допрос. Обратите внимание, я говорю вправе. Вы можете пойти, а можете не пойти. Все зависит от того, готовы вы или нет идти на допрос. И зависит от того, ну, в общем-то, от вашей нервной системы. Да, когда на вас вызывает следователь, да, и вы, собственно говоря, не знаете, как себя в этой ситуации вести. И вы неспокойны, вы не спите ночами. И, конечно, вам бы легче было бы сходить к следователю на допрос, так сказать, и сбросить этот груз с плеч долой. Ну вот, это мы сейчас с вами поговорили о том, если вы получили повестку от следователя. Дальше. Если вы получили повестку у налоговиков и расписались, то в этом случае вы обязаны явиться к инспектору и дать вот эти показания. Если вы не получили под роспись эту повестку, то у вас вы вправе не ходить на этот допрос. Но необходимо понимать, если вы получили повестку под роспись, но вам необходимо время для того, чтобы подготовиться к допросу, то в этом случае вы можете также использовать те уважительные причины, которые предусмотрены законом, которые предусмотрены законом. Итак, уважительными причинами, почему вы можете не пойти на допрос к налоговому инспектору, является болезнь, командировка. О причинах неявки необходимо обязательно уведомить инспектора заблаговременно. Если вам время на подготовку, чтобы идти к инспектору, не нужно, то вы должны явиться к инспектору в указанное время. Штраф за неявку 1000 рублей. Подвергнуться принудительному приводу в налоговый орган вы не можете. Итак, давайте теперь сделаем вывод. Какая разница между допросом, который проводится у налоговиков, и в правоохранительных органах? Итак,
Допрос свидетеля могут проводить как правоохранительные органы, так и налоговые органы. На допрос в правоохранительные и налоговые органы вы вправе явиться с адвокатом. При этом необходимо знать правила, что в правоохранительные органы другое лицо, кроме адвоката, не может быть допущено в качестве вашего защитника, представителя. А вот в налоговые органы может быть допущен и другой ваш представитель. Это не обязательно, этим представителем не обязательно может быть адвокат. Любое лицо, ну, естественно, дееспособное, на основании нотариально заверенной доверенности. Дальше. По поводу, вручается или не вручается копия протокола. Если мы говорим про правоохранительные органы, копия протокола допроса не вручается. В налоговых органах копия протокола может быть вручена свидетелю лично. Дальше. Уголовная ответственность при отказе от дачи показаний. При отказе от дачи показаний на допросе в правоохранительных органах ответственность может наступить. При допросе в налоговых органах ответственность такая не наступает. При этом хочу сразу же оговориться, что иногда налоговые инспектора допускают превышение своих полномочий и уведомляют свидетелей об ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний. Такие уведомления являются незаконными, и в этом случае за дачу заведомо ложных показаний в правоохранительных органах, при допросе в правоохранительных органах предусмотрена уголовная ответственность, в налоговых органах не предусмотрена. Могу рассказать случай из практики, когда мы сопровождали выездную налоговую проверку, и свидетели, которые допрашивались вот от нашего предприятия, предупреждались в налоговом органе при допросе об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. В общем-то, мы обжаловали эти действия налоговиков, сказали, что такие показания свидетелей являются показанием под давлением и должны быть исключены из числа доказательств по делу. Суд не встал на нашу сторону. Я изучил судебную практику в этом случае. И, в общем-то, судебная практика однозначно свидетельствует о том, что такие протоколы являются, в которых предупреждает об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний в налоговых органах, в общем-то, признаются надлежащими доказательствами, и никаких вот таких негативных последствий не наступает. Поэтому вот вы должны это знать, что и уголовная ответственность не наступает после допроса в налоговом органе за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний, но и не имеет значения, и вы не сможете утверждать, что вы дали эти показания под давлением. Ну и могут ли использоваться эти показания в качестве доказательств налогового преступления или налогового правонарушения? Да, указанные доказательства могут быть использованы в качестве доказательств совершенного правонарушения или преступления. А теперь давайте поговорим о том, как проходит допрос у следователя в правоохранительных органах. Итак, если вы генеральный директор или главный бухгалтер, то в этом случае, с одной стороны, вы вправе отказаться от дачи показаний в отношении себя и близких родственников. Если вы отказываетесь, то вы ссылаетесь на статью 51 Конституции Российской Федерации, что никто не может быть принужден к показаниям в отношении себя и своих близких родственников. Если вы не отказываетесь от дачи показаний, то ваши показания в этом случае могут быть использованы в качестве доказательств в рамках расследуемого уголовного дела.
Вы должны также понимать, что за дачу заведомо ложных показаний вы можете быть привлечены к уголовной ответственности по статье 307 Уголовного кодекса. Копию протокола после окончания допроса вам на руки не выдают. Однако вы, ознакомливаясь с протоколом допроса своего, вправе сделать небольшие пометочки. Или если вы пришли с адвокатом, то адвокат, безусловно, сделает необходимые пометки о том, как вы отвечали на те или иные вопросы. Если вы не являетесь генеральным директором и вы не являетесь главным бухгалтером, то в этом случае вы не вправе отказаться от показаний в отношении сотрудников своего предприятия и обязаны давать эти показания. При этом вы должны понимать, что за дачу заведомо ложных показаний вы можете быть привлечены к уголовной ответственности по статье 307. Ну и также несете риск привлечения к уголовной ответственности по статье 308 за отказ от дачи показаний. Ну и также должны понимать, что ваши показания могут быть в будущем использованы в качестве доказательств по уголовному делу. Копию протокола вам также никто не даст, но если вы придете с адвокатом или вы после того, когда ознакомитесь с протоколом, вы можете сделать себе необходимые пометки. Но еще раз говорю, что лучше, напоминаю в который раз, что лучше на допрос ходить со своим представителем. А теперь давайте поговорим о допросе в налоговом органе. Итак, вы генеральный директор или главный бухгалтер. Если вы получили повестку и пришли, вы вправе отказаться от дачи показаний только в отношении себя и своих близких родственников. Если вы отказываетесь, то вы также можете воспользоваться, как и при допросе у следователя или оперуполномоченного, статьей 51 Конституции Российской Федерации. Никто не принужден, не может быть принужден к даче показаний в отношении себя и своих близких родственников. За дачу заведомо ложных показаний предусмотрена ответственность в виде штрафа и предусмотрена ответственность статьей 128 Налогового кодекса. Должны понимать, что ваши показания могут быть использованы в качестве доказательств по налоговому вот этому расследованию или при привлечении предприятия или руководителя к ответственности за налоговое правонарушение. Вы можете также вправе получить копию протокола и тех замечаний, которые вы дали. Если вы не являетесь генеральным директором, если вы не являетесь главным бухгалтером, то по закону в налоговом органе вы не вправе отказаться от дачи показаний. И вы даете показания. Если вы не даете показания, то вы можете быть привлечены к ответственности, но опять же административной. Штраф в размере 3000 рублей. За отказ от дачи показаний 3000 рублей. За дачу заведомо ложных показаний также 3000 рублей. Понимаем, что все те показания, которые вы дадите как сотрудник предприятия, они могут быть использованы и будут использованы в качестве доказательств по делу о совершении налогового правонарушения. Поэтому сами определяйте, заплатить ли штраф или давать показания, когда вас вызвали в налоговый орган. Также хотел бы отметить, что если вы заплатите штраф, это не значит, что вас больше не вызовут и не вызовут и не подвергнут опять следующему допросу в налоговом органе. То есть вас могут, по идее, приглашать бесконечно и бесконечно накладывать штраф за отказ от показаний или за дачу заведомо ложных показаний. Ну и общие рекомендации, которые бы я дал при посещении следователя или при посещении налогового органа, когда вас приглашают дать показания в качестве свидетеля. Ну, во-первых, я бы порекомендовал всегда ходить с адвокатом, ну и или своим представителем, юристом. Вот.
Опять же, напоминаю, что в правоохранительные органы вы можете идти только с адвокатом, а в налоговые органы вы можете идти как с адвокатом, так и с представителем, представителем, который имеет нотариально оформленную доверенность. Итак, общие рекомендации. Если вопросы, которые вам задаются в рамках проведения допроса, покажутся вам неоднозначными, то в этом случае вы можете просто отказаться от дачи показаний. Если сотрудники налогового органа или сотрудники правоохранительных органов предлагают вам дать образцы своей подписи, дать образцы почерка, образцы голоса, вы можете от этого всегда отказаться. Следующая рекомендация. Не верьте на слово ни следователю, ни эксперту. То, что они вам говорят, не всегда является правдой. Любое представляемое доказательство или обстоятельство, то, о чем говорит следователь, могут не соответствовать действительности. Следующее. Не пытайтесь или не старайтесь понравиться следователю или инспектору. Не проявляйте свой комплекс отличника. Если вы не уверены в своих словах, необходимо четко об этом сказать. Не помню, не знаю. Вместо того, чтобы делать какие-либо предположения. Они только вам могут навредить. Если вас просят показать что-то в интернете или еще что-то, совершить, или, допустим, покажите информацию, которая находится у вас в телефоне, не соглашайтесь, и вообще я бы рекомендовал при походе к следователю или в правоохранительные органы не брать с собой телефон. Вы будете находиться в стрессовой ситуации. Большинство из тех свидетелей, которых приглашают на допрос в правоохранительные органы или в налоговые органы, волнуются, переживают и не могут объективно оценить ту ситуацию, в которой находятся. Поэтому не нужно «вестись» в кавычках на такие просьбы следователя что-то показать, дать какую-то оценку, поискать информацию в интернете. Если у вас есть замечания на протокол или возражения какие-то, обязательно пишите эти замечания на протокол и вносите это. Даже если следователь будет говорить, что это не нужно, и так все записано с ваших слов и так далее. Вы пишите, и пускай это будет отражено. В случае необходимости прилагайте к протоколу свои заявления. Еще раз обращаю ваше внимание. Если следователь или налоговый инспектор будут вам говорить, что это не имеет значения, это делать не нужно, ваши права и так защищаются, вы сделайте, и пускай это находится в материалах дела и является приложением к допросу. Ну вот, вкратце, все рекомендации и все, что я хотел сказать о допросе. Желаю вам успеха, удачи, всем пока и всего доброго.